32-летняя ижевчанка родила ребенка и выбросила его в Мульду. Она рассказала об этом на следующий день. Полицейские нашли ребенка, мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Пятничный авиарейс Ижевск-Санкт-Петербург скоро будет вылетать в 9 утра. Новое расписание «Ижавиа» начнет действовать с 21 октября. Небольшие дожди пройдут в Удмуртии в выходные. Температура будет достигать 14 градусов тепла. А с середины следующей недели ожидается небольшое потепление. Уже 5 октября температура повысится до 17 градусов. Бесплатные курсы удмуртского языка начнут работу 3 октября по всей Удмуртии. Они пройдут в Ижевске, Можге, Глазове, Кизу, Вовоже, Игре, Икшурбодии и Грахово. Сусанин обсудил с жителями Ижевска наступающий отопительный сезон в программе «Черное и белое». Ижевчане рассказали, тепло ли у них в домах и что делать, если в мороз отключают отопление.